четвертый уже по счету спектакль. Значит, он называется «Офицеры молчать» или «Правдивые истории народных героев». Штирлиц, всем известный народный герой, все их знают. Нормально, ребята, всем поговорим. Представлять не надо. Штирлиц, Чапаев, поручик Ржевский. Мы просто подумали, вот, что бы было, если бы они собрались все вместе. Вот о чем бы они могли вообще рассказать и поведать нам всем. И вот сейчас мы как бы попробуем это понять. Так, музыку кто включает? Как, господа, вам всем известно, чтобы посетить театр и бал, поручик или генерал обязан правильно одеться. Мундир, фуражка, аксельбанты, ну и, конечно, сапоги туманят дамские мозги сильнее, чем прочие таланты. Вот я на медне перед балом решил обувку обновить. Хотя бы мог еще ходить, но в старых, скажем, задолбало. Одну минуточку, дружище. Язык ваш могут не понять. Слова вам надобно почище в своих речах употреблять. Употре что? Штандартенфюрер. Да вы и сам-то сквернослов. Ах, как же с вами тяжело. Так что не надо о культуре. Теряем время зря, поручик. Уж продолжайте свой рассказ. Какой случился с вами случай? Ну, Ржевский, не томите нас. Не обошлось, увы, без оргий. Да пошутил я, господа. Все началось в тот день, когда купил обувку в военторге. За час перед началом бала дал сапоги я денщику. Все знают моего Луку. Почистит так, чтоб все блистало. Получил я в глаз, был поручик злой и слегка хмельной. И ругался так, старый, мол, дурак, сейчас тебе, Лука, я намну бока. Эх, два сапога, их почистил лишь слегка, их почистил лишь слегка, дрогнула рука. Два сапога, не почистил нифига, получил я тумака и два синяка. Выдраю сапог, чтоб поручик смог с дамой на балу закрутить игру, чтоб не смел роптать, чтоб Лука молдать, чтоб доволен был и ногой не бил. Эх, два сапога заблестят наверняка, заблестят наверняка, словно сталь клинка. Два сапога отражают облака, отражают облака, молодец, Лука! Thank you.
Балконский град. Балконский граф, ну наконец-то! Ах, сколько лет и сколько зим! Живем ведь вроде по соседству, но вместе редко мы тусим. Да-да, вы, несомненно, правы. А с кем тусить-то? Кто у вас? Вот, кстати, кто это там справа? Не оторвать от дамы глаз. То Розеншнауцер, баронесса. Красиво, скажет вам любой. Но легкомыслием известно. Теряет голову порой. Вот иностранка Донна Роза. Поет частенько под баян. Берет коньяк и джин без спросу. И любит диких обезьян. Ну и, конечно же, Ростова. Стоит немного в стороне, скромна и не промолвит слова. Но как танцует минуэт? Есть и другие в доме дамы, о них вам позже расскажу. Ну а сейчас в связи с программой я спеть вас что-то попрошу. Эта песня о многом, эта песня о малом, эту песню до бала исполняю вам я. Как же муторно жить в нашей волости стало, даже местные дамы чувства не бередят. Говорят, где-то тройка мчится вроде бы к яру, там поручик усатый, да цыгане и толпа. Ну а я здесь на стуле зря терзаю гитару, может бросить все к черту и податься в кабак. Ну а я здесь на стуле зря терзаю гитару, может брошу все к черту и подамся в кабак. Нет, так просто не сдамся, ни к лицу офицеру. Песню эту закончу, но другой не начну. Приглашайте на танец, дам своих кавалеры. Ну а я вновь без боя отдаю жизнь вину. Кто в прихожей, однако, неужели поручик появился, как буря, как степной ураган? Будет, видимо, драка, если выпадет случай. Шутки сальные будут, и уж точно кан-кан. На балу будет драка, если выпадет случай. И про баб шутки будут, и уж точно кан-кан. Сватался на дысь? Нет, не ко мне, моей старшой сестрице. И сердце вы разбили ей. Ну и какой же вы достойный рыцарь, вы гад, развратник и злодей. Вместо того, чтобы жениться, испортил девку и удрал. Сверкали только ягодицы, пока по полю прочь бежал.
пардон, мадам, не трез был сильно. Сестра у вас весьма субтильна, вам, мадам, хочу признаться честно, я искупить готов вину. Наполним, да, краев бокалы, отметим срочно наш альянс. Здесь, кстати, есть два сеновала, пойдем послушать соловья. Ах, дорогая Донна Роза, возможен ли ангажемент? Вы ароматны, как мимоза. Я возбужден, я вожделен. Поручик, и не говорите. Вы ж ловелас и хулиган. Известно всем, что вы любитель с кокотками плясать кан-кан. Как? Я не расслышал фразу. Но вальс плясал я с ранних лет. Или для полного экстазу мазурку или менуэт. Мазурку? Что ж, пожалуй, можно. А менюэт? Пожалуй, нет. Поручик, только осторожно. Не отдавите ногу мне. Я с детства танцем был обучен. И с дамами всегда был мил. Я офицер, точнее, поручик, а не какой-нибудь дебил. Я вашей красотой подкошен. И с вами хоть сейчас к венцу, а ваши трусики в горошек вам без сомнения к лицу. Баронесса, разрешите вашу ручку и позвольте вас на танец пригласить. Я устала танцевать, но не в силах отказать. Постарайтесь ногу мне не отдавить. Баронесса, вы само очарование. Вам стихи должны поэты посвящать. Ах, поручик, вы шалун, вы повеса и болтун. И не стыдно вам так девушку смущать? Баронесса, не смущайтесь, обождите. Может, выйдем вместе с вами на балкон? Я так быстро не могу, неудобно на бегу. Вы проказник, хулиган и солдафон. Баронесса, бросьте стоны, я же к вам от всей души. Ваше врюшку панталоны чрезвычайно хороши. Ох! Снова стою одна, снова жду танца, снова кто вина или чего другого. Ах, какой печальный момент.
Ржевский строит глазки, болван. Да точно он сейчас подойдет ко мне, что совсем не лучший вариант. Да не важно, кто он такой, этот поручик блондин. А я его рукой маню или ногой, чтобы не стоял там, как кретин. Кружится голова, видимо, от спиртного. Держу баланс едва, выйти я в сад готова. Вам предложу сама встретиться ночью снова возле того окна, где-нибудь полвосьмого. Сапожки, бля, какая жалость! Ведь маску пил еще вчера, зияет в них уже дыра. А впрочем, видно, показалось. Я тебе хочу сказать, что нам не слышно было. Это нам записывать. Ты там как бы подслушал. Это не для вас. Мы поняли. А? Да, он здесь. Он там. Сцена вторая. А? Второй. Он Штирлиц, Макс Отто, штандартенфюрер СС, член Национал-социалистической партии 33 года, член РКПБ с 20 года, член Китайской компартии с 24 года. Ну, просто везде членом побывал. Я жил, друзья, другие времена, другие нравы и другие женщины. Однако же весна всегда весна, когда все кошки на любви помешаны. Однажды вот в историю попал Берлин, апрель, и наш уже близко. На улице танк ставят на попа. В буфете нет ни пива, ни сосисок. Жену свою не видел много лет. Такая жизнь у нас в организации. И тут пришел из центра мне совет. Радистка полагается по ирации. При рации радистка, говоришь? Ну, а при пулемете пулеметчица? Ох, чувствую, сейчас ты удивишь. Давай, полковник, продолжение хочется. Штирлиц шел по коридору. Он обдумывал последнюю шифровку из центра. Юстас Алексу. Приказываем немедленно выйти на связь с радисткой. Радистка Кэт. Пальцы тонкие. Ноги длинные. Характер целеустремленный.
Как рада я, что с детства одно узнала средство. Учись на пианистку, поедешь за кордон. По клавишам фигачить — серьезная задача. В Германии полковник, он связью обделен. Нет начальства, можно пить по глоточку, по глоточку, по глоточку. После шпиком закусить по кусочку, по кусочку, по кусочку. Мы работу получили необычную, бенефиты и зарплаты здесь приличные, а страховка по здоровью загляденье. Ну а дел совсем немного охранение. Вместе весело шагать коридором, коридором, коридором. За порядком наблюдать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Группенфюрер Мюллер. Характер стервозный, энергический. Штандартенфюрер у себя? Просил не беспокоить. Выходит на связь с русской пианисткой. Штирлиц и Кэт вышли на связь. Но в центре об этом узнали только через 9 месяцев. Ах, как мог ты, длинносый Штирлиц, от меня и к другой в постель. Что же делать с тобой, паршивец? Вырву крали ты топ ногтей. Штирлиц может все что угодно. Красть бумаги, слать шифровки, в упор стрелять. Штирлиц может все что угодно. Только с русской пианисткой не должен спать. Только с русской пианисткой не должен спать. Вы знакомы с полковником Исаевым? Встречалась я с бравым военным на скалистом морском берегу. Молчаливым он был и степенным, а как звали, сказать не могу. Страсть повергла пучину, об одном только помню. Ой, какой был мужчина! Настоящий полковник! Ах, какой ты был мужчина! Ах, какой был мужчина! Ах, какой был мужчина! Ну, настоящий полковник! Вы знакомы с полковником Исаевым? Нет. Yeah.
Повстречалась я с бравым военным. Шелленберг его дело принес. Офицер был солидный, степенный, и домой в Мерседесе подвез. Страсть повергла в пучину, об одном только помню. Ой, какой был мужчина! Ну, настоящий полковник. А какой был мужчина? А какой был мужчина? А какой был мужчина? Настоящий полковник. А к нему завтра жена приезжает в кафе «Элефант» встреча. Так он еще и женат? Донес агент, что есть жена, а вдруг еще появится. Не удержу его одна, но вместе, может, справимся. Не удержу его одна, но вместе точно справимся. Днем в кабинете отлюблю, вечером работаю, потом к тебе его пошлю. Уже окружи заботою, потом ко мне его пошли. Я окружу заботою, ой, будет жаркою любовь, и мало не покажется, а утром на работу вновь. И только пусть откажется, а утро в кабинет мой вновь. И только пусть откажется. Я тоже так думал, когда соглашался. А потом еле дожил до прихода наших. Oh my God, I'm...
Не надо предлагать, пожалуйста. Ты сказала, что это не так до воскресенья ты живем. Вам по стаканчику? Да, уже пора, ребята, да. Ну, пора, да. По сути, надо. Ну ладно, без горла. Ну что, врубаем? Давай, поставьте самое. А, ребят, третий диск поставили, левый диск. Тут тебе буржуйские балы, тут тебе берлинские картинки, а мне так стало быть куда? Ну, мне стало быть посерединке. Узнаю, братцы, по себе, как голову морочат бабы. То дело было в сентябре. Я получил звонок из штаба. Уж как орлы поют здесь сладко. В орлов не веришь? Говори. Цветочек аленький достанет? Мадам. Возможно. Ну, смотри. Василий Иванович, ты с дороги, еще не отдохнул путем, из академии вернулся. Да, Петька, из Москвы. Пешком. А то ж, а этот поц при штабе, как аспид, господи, прости, не давший дух перевести, уже звонит, а сам на бабе. Что ж так орешь? Без трубки слышно. Кого? Чапаев торопить? Дай мне сейчас провод откусить. Дай, чтобы опять чего не вышло. Роском Чапаев. Отучился? Так точно. Полный курс прошел. Гля, сокол был простой, а нынче академический орел. Клевай, шепчей, сумеешь контру? И простудите в бога мать! Они ведь что? Они ведь тоже! А это им нельзя прощать. Ты знаешь, вот что, академик, цветочек алый отыщи. Найдешь, звезда на грудь слетает, а не найдешь, уж не взыщи. Последний раз объект разведкой, когда и где замечен был? А, никогда вообще не был замечен. Малость
пил. Чуть-чуть капустки, помидорок. А где искать? В квадрате 40. Выходим завтра с позаранку? Да нет, сейчас. Выходим завтра с позаранку? Да нет, сейчас. Пошли за Анкой. Ну, фурмана, забри. Ну, фурмана, забришь на раздевание, ты все-таки схлопочешь по разысканию. На настроение командира всем плевать. Что ты себя еще готова снять? А ну-ка быстро, строевым, землянку! О, Jesus Christ! В моем отряде нимфоманка. Выходим! Ровно через 3 минуты. Марсель Марса, построй гримасы тута. Полночь почти собралась отдохнуть, а тут являешься ты, объявляешь всем путь. 3 минуты дал на сборы, совесть есть у тебя. Ну где ж вы видели такое, и не женщина я. Знает каждый новобранец, всякой бабе нужно глянец навести. Как чумовой подлетел и зовет, а мне колготки сменить, видишь, стрелка ползет. Опять же лифчик и трусишки сочетаться должны. Хочу я быть в блестящей форме, раз на дело пошли. 3 минуты на смехуром, поищи другую дуру. Адью! Найди-ка место, место, место меня. Того, кто с места вскочит, сбруй из меня. Седлай-ка место, место, место меня, коня. Найди-ка место, место, место меня. Того, кто с места вскочит, сбруй из меня. Седлай-ка место, место, место меня, коня. Чё лежим? Я не могу понять. Уже вот здесь мне каждый раз вас ждать. В глубокий тыл ушли герои. В тыл? В смысле, в наш? Нет, в смысле их. Батюшки Светы, и надолго? Взад быть должны до выходных. Их родина послала, мать, за образцами вражьей флоры. Собрать мазки у беляков? Бабьё, отставить разговоры. Идеологию врагов мы уничтожим этим шагом, поскольку цвета одного та флора с нашим алым стягом. Темнишь ты что-то, голубочек. Что ищем? Аленький цветочек. Мы жратву готовим, мы на вас стираем, капельницы ставим, раны зашиваем. И что? Хоть бы нам цветок. А штабные только попросили, тут же в путь собрались, на коне вскочили. И где? След простыл уже. Ну, Чапай же и сволочь! А ты, Фурманов, сука! Ой, не чувствую сердца!
Будет дурам наука! Ну-ка быстро упали и отжаться 3 раза. Разговоры отставить, не вставать без приказа. Сколько мне осталось лет, вот так сидел бы, не вставая. Тянишь ты что-то, голубочек? Что ищем? Маленький цветочек. А понятно, квадрик 40, тут недалеко иди. Про квадрат откуда знаешь? Где цветку еще расти? Пройти за Арзама 17, деревня эта здесь у нас. И хуторок ваш квадрат 40, за ней как раз. Слушай, а если мы, ну, в общем, тропку-то легко потерять? Нет, нет, не беспокойтесь, чудище не даст заплутать. Чудище? Какое? Да то самое, сказку что ли не читал? Аленьких без чудищ не бывает, чтоб ты знал. Здесь мы сделаем небольшую описательную паузу. Эту сцену вы увидите в нашем будущем кино. Девочкой в лесу наши друзья достали чудище настолько, что оно отдало им не только один цветочек, а целых 3, которые... Да, в процессе отнятия цветочка шальной пулей был ранен Петька. А цветочек оказался сильнейшим афродизиаком, что на себе почувствовала Анка. Собрав эти цветочки, наши друзья вернулись в часть. К раненым детям. Афродизиак, он просто тут на женскую цветочку, на мужскую не действует. Ко мне. Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка. Может, Клавка, может, Дудка, я не помню. Давай тебя перевяжу, сыкость, накость, накость, выкусь. И в санитарную машину студебекер. На 3 колесах, без моторов, тебя с собою положу. Ну что, Тамарка, посмотрела? Так и чего Петро свистит? Пробито легкое на вылет. А я боялся простатит. Чапай, вали. Петро,
лежать. Куда ж ты прямо в грязь свалился? Ой, ее ж теперь не отстирать. И так кровищей вон залился. Ваш командир, на спецзадание чуть-чуть, немножко. Ваш командир, на спецзадание чуть-чуть, немножко отошел. Политрука мгновенно в рабство, как бабу. Что за произвол? Ой, вы гляньте, бабоньки, кто это там стоит? С видом недовольным и усами шевели. Командир отважный, сокол, чародей. Он цветочков доставатель для штабных людей. А нам наплевать, нам на то наплевать. Мы решили не зевать, революцию начать. Вранье политрук не сойдет тебе с рук. Мы здесь правящий класс. Да не допустив, что вы свихнулись на войне. За цветы карать в своем ли бабы вы уме? Диагноз ясен, острый недонебоскреб. Фурманов прошляпил бы за это и огреб. С тылом мятежным нельзя воевать. Нужно срочно маркизанткам настроение поднимать. Ты с ним полегче. У Анки спроси. Боже, сохрани и спаси. Чего это кобель-то сдох? Конина обожрался. Вот и сдох. Ну, а откуда конина? Да лошадь загнали, когда воду возили. А зачем воду возили? Да пожар тушили. Штаб загорелся. Как это загорелся? Как-как. Окурок я кинул. Он и загорелся. Так ты ж не куришь. Да тут закуришь. Ах, когда знамя полка сперли, вы как ушли, так беляки в аккураты наскочили. С цветами, Вась, мы облажались. Я хорош, и ты дурак. Все бабы суки. Не дождалась. Ушла? Да нет. Дала и так. Чапай, а знаешь, ты противный. Хоть в общем-то и не нахал. Вчера я целый день проплакал, пока ты ей цветок искал. Thank you.
Сейчас придет. Надо в рукав попасть. Нам, да не ты, нам, женщины, немало портят кровь. Все из-за баб. Мораль весьма проста. Но повторять готовы вновь. Любите женщин, господа! Да. 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 Да.